В Уфе установили новый рекорд по количеству выпитого молока. 12 тонн ценного продукта, а это более 60 тысяч стаканчиков, в качестве бесплатного угощения выпили посетители фестиваля «Молочная страна» в этом году. Самый большой в России праздник молока состоялся в минувшую субботу на площади имени Салавата Юлаева. Организаторы события – правительство Башкортостана, региональный Минсельхоз, торгово-промышленная палата республики, администрация Уфы при поддержке Национального союза «Союз молоко». Участником фестиваля стал Ради Хайбиров. Временно исполняющий обязанности главы региона посетил молочную ярмарку и пообщался с участниками праздника. Свою продукцию представили порядка 30 крупнейших местных производителей, также ведущие фермерские хозяйства. В Уфу съехались представители молочного рынка из других регионов. Цены на молочку традиционно были ниже рыночных. На фестивале работали молочный ЗАГС, молочный цирк, кумысный базар, молочная ферма, всевозможные развлекательные и спортивные площадки, организованный конкурс сыроделов и мастер-классы. Впервые праздник посетили участники 8-го автопробега «Дорогу молоку». Приветственные стаканы молока «Первый вкус» от группы компаний «Росмол». Гостям раздавали сразу на двух площадках при входе. Праздник насыщенный, день классный и погода солнечная. Молоко вкусное. Официальный банк фестиваля «Молочная страна» Россельхозбанк подготовил для посетителей сразу две площадки – «Счастливые монеты» и «Молочная почта». Здесь Россельхозбанк организовал бесплатные фотографии в виде открытки. Кто может отправить в другой город и сходить своим родственникам. Мы здесь живем, и у нас родственники здесь, поэтому мы себе. Очень удобная акция, красивая. Можно и домой сразу забрать фотографии, не надо самим ходить где-то фотографироваться. Красивая фотозона. Отличный праздник. Три базовые вещи. Это правильное питание, здоровый образ жизни, семейные ценности. Вот они все очень близки банку. Банк занимается в сельском хозяйстве, агробизнес – наша основная ветка бизнес-развития. Данное мероприятие, оно нам очень близко по духу и очень нравится. Потому что молоко – здоровье нации, здоровье семьи, здоровые взаимоотношения. В этом году фестиваль «Молочная страна» посетили рекордные 58 тысяч человек. Гости приобрели 47 тонн цельномолочной продукции, 5 тонн сливочного масла, более 3,5 тонн различных сыров и свыше 4 тонн кумыса, 18 тысяч банок сгущенки. Общая выручка молочной ярмарки составила 7,5 миллионов рублей.